В Воронеже в рамках празднования Дня православной книги состоялась встреча с известными православными писателями и публицистами из Москвы, протоиереем Владимиром Вигелянским и Олесей Николаевой. В беседе о современной православной литературе принял участие и митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Что такое современная православная литература, каковы ее миссии и перспективы? Каждый раз, когда наступает праздник православной книги, эти вопросы встают перед нами. И встреча с людьми, которые своим талантом много лет служат развитию православной литературной традиции, позволяет найти ответы на многие из таких вопросов. Отец Владимир и его супруга, писательница, поэтесса и публицист Олеся Николаева – это люди, которые соединили в себе лучшие традиции, казалось бы, таких разных литературных школ – светской и духовной. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что эта разность не такая значительная, как может показаться. Отец Владимир и матушка Олеся рассказали о своей деятельности и пути к церкви, об удивительном времени, предшествовавшем эпохе возрождения духовности в России, ответили на различные вопросы слушателей. А на встрече собрались и представители духовенства Воронежской митрополии, и студенты духовной школы, и представители общественности, и журналисты. Незаметно для всех лекция превратилась в живую беседу обсуждения очень важных тем. Обсуждалась классическая и современная литература, качество и художественные достоинства произведений многих современных авторов, проблемы рецензирования и издания церковных книг, нехватка адекватной детской литературы. Беседа нашла живой отклик в сердце каждого, кто пришел на эту встречу. Подводя итоги мероприятия, митрополит Сергий отметил, как важно использовать дар слова на пользу людям, говорить о добром и вечном и уметь донести свои творения до читателей. Вначале было слово, слово было у Бога, и Бог, и Слово было Бог. И ничто не начало быть, что начало быть. И это мы должны помнить, что Словом Бог сотворил мир. И Словом действительно созидается наша душа, наше общество, наша семья. Или же все уничтожается, все разлагается. И мы должны усвоить один только пример, чтобы сейчас мы все были мобилизованы для того, чтобы нам с вами, христианам, православным, всем доброй воле противостоять этой волне, которая сейчас все больше и больше захлестывает мир. Мало только иметь дар слова, нужно уметь найти свою нишу в обществе и свои умения направить на то, чтобы поддерживать нравственные устои, отметил владыка.